Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я покажу вам, как сделать вот такую влюбленную бабочку. Ну что, поехали? Ну что же, друзья, давайте я вам покажу, что понадобится нам для изготовления вот этой влюбленной бабочки. А понадобится два 10-дюймовых шарика фуксия. Понадобится два 10-дюймовых светло-розовых шарика круглых. Понадобится три шарика круглых 5-дюймовых телесного цвета. Один круглый 5-дюймовый шарик красного цвета. Один ШДМ желтого цвета 160 размера. Один ШДМ красного цвета 160 размера. И один ШДМ 160 размера телесного цвета. И также нам понадобится кусочек 260 ШДМ. Два маркера, черный и белый. Насос. И ножницы. Друзья, хочу вам напомнить еще о том, что шарики я покупаю в компании Браво. Это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылку на сайт компании я оставлю в описании к этому видео. Приступаем. Итак, в первую очередь давайте сделаем крылья бабочки. Для этого берем 4 круглых шарика и будем надувать. Шарик темный, фуксия, я буду надувать на 10 полных качков насоса. Итак, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 полных качков. Слегка нажимаем на шарик, чтобы он принял такую более продолговатую форму. Завязываем. Второй шарик надуваем точно так же на 10 полных качков насоса. Также слегка нажимаем на шарик. Завязываем его. Теперь берем два шарика и связываем друг с другом. Готово. Теперь берем остальные два шарика. Ну а теперь эти шарики мы будем надувать уже не на 10 полных качков насоса, а на 4. Итак. Раз, два, три, четыре. Надули. Завязываем. И это также надуваем на 4 полных качка. Надули. Связываем шарики. Готово. Теперь берем первые два шарика и делаем кластер. Вот такие получились крылья. Ну, давайте теперь сделаем тело бабочки. Итак, для изготовления тела берем 3 5-дюймовых шарика телесного цвета, один желтый, из него мы будем делать усики, и кусочек 260 ШДМ. Итак, берем первый шарик, надумаем его на полный качок насоса, на один полный качок. Завязываем. Завязали. Теперь берем второй шарик, надуваем его тоже на один полный качок насоса. Надули.
Теперь берем два шарика и связываем их. Стараемся сделать узел как можно ближе к горловине. Сделали. Теперь берем ШДМ, отрезаем небольшой кусочек. Отрезали. Дальше берем, нажимаем слегка на шарик, перегоняем воздух ближе к горловине. Далее берем большим пальцем, втапливаем горловину. Противоположной стороны удерживаем ее, перекручиваем. И дальше берем кусочком шарика, фиксируем, завязываем. Готово. Вот что должно получиться у нас. Итак, теперь берем 160-й ШДМ желтого цвета . Я взял еще маленький насос для надувания 160-х ШДМ. Им надувать легче. Итак, вставляем кончик насоса в шарик и надуваем. Надуваем примерно на 3 пальца длинный пузырек. ШДМ завязываем. Теперь этот пузырь делим на 2 равных пузырька. Разделили. Перегоняем воздух вдоль шарика. Готово. Теперь смотрите, примерно на 5 пальцев у нас должна быть часть ШДМ не надутая. Вот. И вот в этом месте мы завязываем узелок. Завязали. Прогоняем воздух дальше вдоль шарика. И теперь размещаем второй пузырь на одном уровне. Разместили. Далее выше пузыря ШДМ завязываем. Делаем узелок. Готово. Теперь берем ножницы, отрезаем все ненужное. Отрезали. Слегка можно сжать. Вот такие получились усики. Итак, что мы делаем дальше? Дальше берем третий круглый шарик телесного цвета и надуваем его на один качок насоса. Полный. Надули. Теперь аккуратно привязываем усы. Вот, привязал. Прогоняем воздух в горловине. Теперь отрезаю еще кусочек. Теперь большим пальцем
проталкиваем горловину вовнутрь шарика. Удерживаем. Перекручиваем. И завязываем, фиксируем. Зафиксировали. Теперь берем вот эту часть и с помощью вот этих хвостиков связываем. То есть привязываем как можно плотнее. Готово. Вот такое получилось тело с усиками. Ну что ж, теперь нам необходимо крылья прикрепить к телу. Для этого берем крылья, берем тело. Необходимо взять кончик, также здесь, и с помощью этих кончиков привязываем. Готово. То есть тело мы привязали. Итак, давайте теперь сделаем бабочке сердечко. Итак, для изготовления сердечка нам понадобится круглый 5-дюймовый шарик и 160 ШДМ. Берем ШДМ, сгибаем пополам и разрезаем. Дальше. Берем круглый шарик, надуваем его. Надули, слегка можно сжать, выпускаем воздух. Далее берем ШДМ и вставляем его в круглый шарик. Вставили. Теперь надуваем круглый шарик. Надули. Теперь вставляем кончик насоса в шарик для моделирования и надуваем его. Надули. Я думаю, вам видно. Удерживаем ШДМ и выпускаем воздух с круглого шарика. Выпустили воздух. Теперь завязываем ШДМ. Так, завязали ШДМ. Отрезаем лишние кончики. Отрезали. Слегка надуваем. Шарик. Стараемся разместить узелок как раз напротив горловины. Ну и теперь нам остается сформировать сердечко. Для этого сверху нажимаем. Сгибаем ШДМ. Ну теперь смотрите, когда мы завяжем круглый шарик, у нас здесь
появится узелок, и он будет смотреться не совсем эстетично. И поэтому нам необходимо этот узелок спрятать, то есть спрятать его сзади. Что мы делаем? Надуваем шарик. Надули. И теперь сердце слегка, вот внутри шедем, слегка его как бы смещаем. Смещаем слегка его в сторону. Тем самым у нас горловина шарика оказывается приподнятой. Слегка смещаем. Далее выпускаем воздух. И смотрите, горловина у нас оказалась сзади. Все. Теперь не будет маячить этот безобразный узел в этом месте. То есть дальше завязываем. Спокойно. Завязали. Отрезаем. И вот посмотрите, узелок у нас оказался сзади. Ну что ж, вот такое получилось сердечко. Теперь его необходимо закрепить на бабочке. Для этого берем бабочку. Но закрепить его не получится, так как у бабочки нет лапок. Давайте теперь сделаем для бабочки лапки. Для этого берем ШДМ телесный, надуваем его. Надувать его необходимо не до конца. Ставим кончик ненадутый, примерно на 5 пальцев. Готово. Теперь смотрите, берем хвостик ШДМ. Берем хвостик от розового шарика и связываем. Дальше у нас будет ШДМ идти сверху вот этого среднего шарика, вот таким образом. Примерно по центру делаем скрутку. Дальше делаем небольшой круглый пузырек. Делаем пинч-твист. Делаем второй круглый пузырек. И еще один пинч-твист. Сделали. Теперь берем сердце, прикладываем. Прикладываем таким образом. Дальше делаем скрутку. Убираем ненужный ШДМ. Можно завязать узелочек. И теперь смотрите, теперь этот хвостик, кончик, также привязываем за кончик розового шарика. Готово. Так, смотрите. Бабочка удерживает сердце.
Ну что, теперь остается нарисовать глаза, улыбочку. Для этого я беру черный и белый маркер. Маркером я напишу на сердце I love you. Бабочка признается в любви. Ну что ж, берем маркер и... Так, готово. Написал I love you. Ну и теперь остается нарисовать глаза. Готово. Такая получилась влюбленная бабочка. Вот такая получилась влюбленная бабочка. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. Ну и также не забывайте заходить на мои странички в социальных сетях. Кстати, все ссылочки на социальные сети указаны внизу в описании к этому видео. Что, я желаю вам всего хорошего, любите друг друга, до скорых встреч, пока-пока.